Нет, вот где, я вас не вижу. И прямо на... Ольга, чуть правее. Ольга, еще раз, пожалуйста, сюда, посмотрите. Левее, левее. По центру. Василий! Налево! Василий, в центре, внимание. Спасибо. Вы смотрите, там девушка. Пакет. А вы кто? Представьтесь! Режиссер Оля Дас. А почему вас это звали? В связи с вчерашними событиями. А что с тобой? Остановитесь здесь, пожалуйста. А Пусти Райт — это ваша группа? В связи с вчерашними событиями. Я уверена была, что все так будут. Мне показалось, что на сегодняшний день это единственно возможная форма одежды. И вы так каждый день ходите? Каждый день я так не хожу. Но вчера очередной раз незаконно осудили девушек. Мне кажется, это возмутительно. Я считаю, что я, несмотря на то, что я их совершенно не знаю и даже не одобряю то, что они сделали в церкви, но то, что они сидят, это абсолютно противозаконно. Мне кажется, общество должно как-то беспокоиться по этому поводу. Вот я беспокоюсь. И все-таки, как вас зовут? Меня зовут Ольга Дарфи. Я режиссер артхаусных фильмов и работаю в театре «Дом». Какой свой арест и осуждение? Ну, я считаю, что это обычная гражданская позиция. То есть это нормально. Ну, вот в церкви выступает так. Можно разве? Ну, самое прикольное, это было, конечно, лицо директора фестиваля в полном ахуе. Жаль, что ее никто не снимал. Конечно, снимать надо было ее. Вот, но... Да нет, но с другой стороны, мне кажется, все очень дружелюбно и совершенно, ну, как-то здорово, что меня никто не выгоняет. Мне кажется, все-таки в этом есть какой-то положительный момент, потому что уже, ну, мне кажется, что обстановка настолько накалена, что многие мои друзья полагали, что меня отсюда немедленно выгонят, там, я не знаю, арестуют, отправят в тюрьму на 10 лет и так далее. Но, в общем, ничего этого не случилось, и мне кажется, это очень здорово вообще. Вот, я тут разгуливаю. Мне, ну, конечно, многие стыдливо опускают глаза, и, значит, некоторые мне говорили, что... Это очень здорово, что я так оделась, что вот они бы тоже так вот хотели бы одеться, если бы знали, что вот кто-нибудь еще так оденется и всякое такое. Вот. Но я думаю, что, конечно, многие действительно, ну, там, возмущены тем, что девушек осудили, опять же, что они незаконно находятся в тюрьме. И просто, ну, в общем, конечно, просто на празднике об этом никто не хочет думать. Вот. Ну, может быть, они правы. Может быть, нет, не знаю. Высшие награды Московского фестиваля Путин и Медведев. Ура! Победа на века! Наша Россия, наш президент. Вас на всю траву и честь. Никита Сергеевич Михалков прекрасно поддержал два президентских срока Путина и Владимира Владимировича 2012-2018-2024 год. И на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведев Дмитрия Анатольевича. Высшая награда Московского кинофестиваля Владимиру Владимировичу Путину, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Юлии Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне, Сергею Семеновичу Собянину, Колокольцеву, Бортникову, Сервякову, партии «Единая Россия», Народный фронт, армия МВД, ФСД, ГРУМ, честь, прокуратура, полиции. Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Ура, победа на века! Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Только что не поздравляю, Михаил Михайлович, Москва,